И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, который будет связан с двумя, можно так сказать, вещами, с обзором осады и игрой на определенном вооружении. Это продолжение, конечно же, наших игровых видеороликов. Вы поддерживаете, вы проявляете активность, вы пишете в комментариях под данный видеоролик те сочетания, которые вы хотите, чтобы я записал, которые я пообозревал бы, посмотрел бы. И я, конечно же, продолжаю все это делать. И, безусловно, спасибо вам за поддержку. Безусловно, спасибо вам за то, что вы прожимаете лайки, подписывайтесь на канал. Ну и сегодня у нас вооружение будет не совсем, наверное, стандартное для меня, не совсем обычное. Это Хантера Молот, молот с устройством на дыхание дракона. И сегодня, я думаю, что попробуем покатать в осаде. Мне выпали тут заданочки, две катки нужно сыграть. И, возможно, если это будет две потенциально неплохие карты в данном режиме, то я думаю, что целиком и полностью можно будет раскрыть данное вооружение в формате осада, ну и рассказать какие-то определенные фишки и вещи, что касаемо, ага, я понял, что касаемо данного вооружения. Сейчас я быстро, друзья, перезагружусь, потому что у меня очень круто, замечательно крит ошибки работают. Что касаемо молота, что касаемо устройства дыхания дракона, также есть определенные моменты, которые хочется вам рассказать. Сейчас это, я считаю, наверное, лучшее устройство на молот, оно ничем не уступает слагерю. И при всем при этом у него еще и есть поджигание, за счет которого можно тоже неплохое количество дэмэджа наносить по противнику. Разброс данного устройства теперь довольно-таки маленький. Да, конечно, если, ну, он минимально, наверное, отличается со слагерем. Там на слагере, возможно, чуть-чуть поприятней. Но есть определенный буст, определенный плюс за счет поджигания противника. Если, например, у противника, ну ладно, здесь матчмейкинг как бы довольно большое количество резистов отжиги. Но бывают катки, в которых нет резиста отжиги, и тогда данное вооружение можно реализовывать просто максимально круто и максимально четко. Поэтому, друзья, если вы задумываетесь о том, какое сейчас устройство стоит приобрести на данную пушку, то я думаю, что если вы посмотрите данный видеоролик, вы посмотрите, насколько оно эффективно. Да и я вам могу с уверенностью сказать, что данное... Ух ты, боже ты мой, сколько танков я стопанул. Боже ты мой, 6 танков ушло на стоп, и все остались они без нарки. Просто жесть, такая халява. Ну и, конечно же, поговорим сегодня немножко о Хантере. Я вам скажу с уверенностью, что это, наверное, не мой самый любимый корпус. И я его, ну, не сказать, что люблю использовать, но в определенных моментах его, конечно, можно вот так вот отлично законтрить, прожимая овердрайв в 5-6 танков при таких режимах, как осада, то вообще просто супер эффективно работает данное вооружение, и даже можно его использовать, конечно же, при отключении вражеских куполов. Сейчас, конечно, у меня овера нет, а если бы был бы, вот сейчас уже появился, можно, кстати, стопить. 3 танка имеется, почему бы и нет. И полностью задамажить и выносить эту каточку. Что касаемо режима, пару слов. Пару слов, что касаемо режима, друзья. Я не делал никаких обзоров, не делал никаких рассуждений по данному режиму. Возможно, это стоило сделать, возможно, стоило немножко рассказать по этому поводу. Но, в общем и целом, я могу сказать, что есть определенные схожести с контролем точки. Только здесь идет акцент именно исключительно на одну точку, которая, по сути, может забираться без вашего контроля, а вам всего лишь нужно только поддерживать ее и подъезжать под самый конец захвата, дабы получать дополнительный буст от нее. 50 очков — это довольно неплохой показатель к количеству опыта и очков в катке. Вот как я сейчас подъезжал, можно так сказать, к концу захвата и спокойнейшим образом добирал этот фарм. Поэтому, если вам нравится такие форматы, как контроль точек, то осада, я думаю, что вам тоже понравится. Вы будете на ней катать, и у вас все будет в этом плане
актуально, замечательно и нагибаторски. Надо прожимать овер, но я не успел это сделать, очень жалко. Можно было сейчас три танчика стопануть, и было бы, наверное, очень даже эффективно. 2-0 мы пока ведем, безусловно, друзья, мы играем на победку. Я, честно говоря, не понимаю только, кто у нас тут занимает. А, ну ясно, диктатор как бы занимает первое место. Конечно же, я продолжаю играть, друзья, с защитником. Дроны, я думаю, что... пока мы точно не будем перемещаться к ним, не будем мы обращать на них внимание. Один защитник у нас имеется. Резисты я, к слову, даже с вчерашнего видеоролика не менял. А это значит, что они, по сути, тоже такие более дефолтные и стабильные в матчмейкинге имеются. Это рельсы, это магнум, это гаусс. Все те пушки, которые в большинстве случаев и используются у нас в матчмейкинге. Ну и благо здесь катка тоже довольно неплохо складывается. Все, что мне нужно сейчас сделать, это быстро влететь. Там как раз таки купол имеется. И надо обязательно прожать овердрайв. Фулнарку сейчас я быстро подберу. Там хоречек с овером, конечно, наваливает. Главное, чтобы я урона не получал от него. Вот так вот сделаем. Ай, мамонт, зараза. Ну ладно, хорошо, хоть стопануть успел. Выключил расходку данным трем персонажам. Сейчас моя команда может хотя бы просто попридерживать эту точку, а может даже и захватить. Главное, конечно же, чтобы мы выиграли данную катку. 14 киллов у меня, к слову, имеется. И что касаемо ребят молота, да, я хотел бы, наверное, тоже сказать то, что я... один период времени, когда не фиксили данную пушку, да, когда с ней там не было ни устройств еще, я играл очень много. Мне очень жестко нравилась механика данной пушки. Мне нравилось то, что ты можешь просто выдать, например, 3 залпа, заныкаться, потом влететь просто, задамажить нереально жестко, потом опять спрятаться, потом опять задамажить. И, ну, сама механика этой пушки довольно-таки прикольная. Но потом начались вот эти вот фиксы, знаете, как происходит. Это сначала занерфим, потом сделаем устройство, чтобы пушка стала опять более нагибаторской. Потом этот был дуплет. Все вы помните, насколько сначала был нагибаторский данный дуплетик, да, это устройство на молот. Потом его тоже понерфили, и в определенный момент я плюнул вообще на эту пушку, подумал, что, боже ты мой, если вы такие вещи делаете с хорошей пушкой, которая была изначально, то я как-то переместился уже на какие-то другие, более балансные вооружения, и про молот потихонечку начал забывать. 25 секунд до конца, мне нужно сейчас отреспаться и быстро прожать овердрайв в центре, и, возможно, еще как можно больше танков раздамажить. У меня, к слову, 16 киллов имеется, неплохие показатели. Конечно, я думаю, что на харьке они были бы немножко поактуальнее, но за счет именно работы овердрайва, я думаю, что это будет очень интересно вообще посмотреть. Одного забрал, второго не успел. Отлично, первая выигранная катка, начинаем с победы, 4-0, вообще даже неплохо, еще и 6 звездочек я зарабатываю. К слову, по звездам мне осталось 66 звезд, и уже совсем скоро мы добьемся нашего мамонта Легаси. Возможно, видеоролик, если, например, на данном видосе наберется 150 лайков, возможно, мы запишем в скором будущем На мамонте Легаси еще с чем-нибудь интересным каточку. И я думаю, что это будет тоже интересно посмотреть. Все-таки я нацелен на довольно большое количество вооружений, чтобы это было не какое-то там одно вооружение, чтобы здесь можно было и посмотреть на какие-то другие интересные корпуса, пушки. Так, что у нас здесь по катке? Меня закинуло в начатую катку. 0-3 мы проигрываем. 4 минуты до конца. Я вас понял. Мне надо включаться и надо пытаться цепляться за эту точку. Я так понял, что у нас еще и команда не совсем нагибаторская. И точка находится довольно-таки далеко. Ни одного тиммейта нету. Я понял. Ну, здесь, конечно, дефолт. Понятное дело, что я просто спускался на подъеме, и какой-то гаусс меня зарядил в бочину. Я даже не обратил внимания за тем, как он это делал. Поэтому иногда такие вот неприятненькие моменты случаются. Но, в принципе, количество времени еще хватает, дабы выиграть данную битву. Поэтому я думаю, что можно сейчас попробовать воспользоваться верх-низом данной пушки, который, к слову, тоже довольно-таки неплохо может работать. Мне так кажется, что сейчас хоре рельса по мне стреляла, потому что очень много урона мне нанесло. При том раскладе, то, что у меня есть резист от рельсы, еще и защитник. У меня там было пол хп, и как-то это очень... не аппетитно выглядело. Давайте-ка цепляться за эту точку. У меня сейчас будет уже овердрайв. И вот теперь я думаю, что все должно идти как по маслу, да?
Давайте сейчас мы этого заберем. Баллон быстро-быстро-быстро. Перезарядочка. Раз. Ай, боже ты мой. Ну, эти диктаторы, конечно, друзья. Все вы знаете про эти диктаторы. Я уже даже о них говорить не хочу. Это уже даже не совсем интересная вещь, наверное, для меня в матчмейкинге. Ну и, если честно, если бы это был бы не видеоролик, я думаю, что я бы эту катку бы перепикнул. Но для видоса, для такой катки, ну, стоит записывать это. И даже вот такие вот неудачные какие-то моменты, их стоит не перепикивать. Потому что нужно показывать в полной красе. Да, это, кстати, та и была хорирельса, все правильно. Угадал с овердрайва. Дабы вы могли понимать, что запикивает и в такие катки, где вы проигрываете, где нужно пытаться камбэчить. Да, это непросто, да, это в какой-то степени тяжело, но также стоит заметить то, что в таких катках за меньшее количество времени можно заработать все те же 6 звезд. Поэтому мы вместе с вами сейчас должны именно этим и заниматься. Пытаться захватить хотя бы, одну точечку, дабы в ноль не проигрывать этот бой. Ну и ко всему этому нужно, конечно, пытаться хотя бы зацепиться за 4. Потому что я смотрю, что у меня тут все плохо в этой катке по опыту. Ну а в лучшем случае, конечно, за 6 звезд. И это будет очень даже хорошо. Сейчас забрал я там один танк за счет своего нагибаторского молота устройства. Так, туда вдаль просто разрядил. Ну и надо пытаться, У меня есть овердрайв, это очень хорошо. Сейчас титан, слейся. Молодец, я даже не буду сейчас тебя пока стопить. Я не хочу стопить, потому что у меня и так все хорошо. Так все супер, и так все супер. О, теперь можно стопить. Давай, друзья мои хорошие, быстро. Взяли. У меня кулдаун. Есть, отлично. Отлично, мне еще и овер прожал молодой человек. Так, 3-1. Уже неплохо, уже накамбэкаем. И сейчас надо еще вот этот танчик на рез отправить. У него резиста как раз не было. Нормально, по 2500. Два выстрела выдал. Овердрайв у меня имеется за счет того, что мне диктатор прожимал. Ну и теперь надо просто врываться. Просто врываться. Диктаторы там очень нагибаторски играют. Мне так нравится, как они играют. Вообще, очень глупо и печально. Смешно выглядит. Рельсы на раскачках. Надо эту рельсу добивать здесь. Мне еще тут хавают. Не хочется сливаться, если честно. Надо пытаться добить этого парня. Есть. Слил. Ну вот, 10 секунд только. Ух, еще и 10 очков осталось. Мне всего лишь надо было овержать. Что-то как-то я на время не посмотрел. Мог бы отжимать сейчас здесь, в этой катке. Спокойнейшим образом еще и 6 звездочек, потому что, ну, там отрыв 30 очков, дали еще и 2 звезды из-за того, что катка проиграна, а тут можно было бы цепляться за шестерочку. Ну и давайте, я думаю, что скатаем еще одну катку, потому что две катки как-то одна такая, ну, не очень, явно это пол катки еще закинуло, и получилась она какая-то такая смазанная. Определенно были интересные моменты, но все же я думаю, что нужно еще одну осадочку скатать. Осада, для осады, наверное, Хантера молот — это, наверное, не самое лучшее вооружение. Здесь лучше использовать хорька, какого-нибудь там хоря гаусика. Но определенно. Ладно, осаду у вас уже не кидает. Давайте тогда захват флага скатаем, чтобы максимально раскрыть данное вооружение, чтобы вы поняли, насколько эффективно можно использовать Хантера и даже данную пушку, если, например, закинет на такую карту. Ну, вот мне вот прямо сейчас в мыслях год 2042, вот. На этой карте прям определенно можно отлично раскрыть данное вооружение. Ну, посмотрим, куда нас закинет. О, сандал. Ну, сандал — это просто прекраснейшая карта для данного вооружения. Здесь вообще нет расстояния. А пушка, которая на средней и ближней дистанции нагибает просто люто-дико, это, наверное, то, что нам и надо. Поэтому давайте отправляться вперед. Сразу посмотрим, что у нас по резистам от джиги. Пока что, если честно, я не вижу. Это значит очень хорошо, что их нету. Попробуем сейчас заехать. Защитник меня пока спасает. И вот сейчас прожимаем аптечку. ХП, конечно, по тихой грусти у меня уже очень мало остается. И оттянуть такой флажочек уже было тяжело. Но здесь рикошет, наверное, больше меня раздамажил. Но ничего страшного. Сейчас у меня уже 50% овердрайва имеется. Немножко, возможно, мои тиммейты разъедутся. Начнут дамажить противника. И тогда мы уже сейчас ворвемся более как-то грамотно. Боже, 0 урона. Обожаю просто эти моменты, когда 0 урона. А вот, к слову, видите, я не ваншотил Васпика, и за счет догорания спокойнейшим образом данный игрок догорел. Но вот этот флаг — это, конечно, воровство было.
со стороны данного игрока. Отлично, опять ты горел, танчик. А, я понял. Я понял. Я как-то уже и пропустил, что там противник сзади был. Еще и мне гаусс сводится. Тяжеловатая каточка, тяжеловатая. Не все получается, определенно. Не все здесь так просто, но ладно. Мы не будем отчаиваться, будем накидывать урон. Возможно, нужно было еще... Можно было расстрелить там такой неплохой выстрел от стеночки. Показать то, что данная пушка еще и славится своей рикошетной отстрельностью, которую, к слову, ей добавили не с самого начала. Ну и я не хочу получать, если честно, от тебя рельса. Вот я вижу, что ты не особо профессиональный игрок, поэтому я думаю, что... А вот там флаг уже ставить пытаются. Ай, у него нарки не было. Еще и бомбу поставили. Ну блин, ну где моя команда? Где мои тиммейты? Боже ты мой. Я вот прям чувствую себя в самых лучших традициях матчмейкинга, где ты просто играешь соло, и я реально хочу выигрывать. Я хочу тянуть эту команду. Я не хочу здесь сливать. Дайте мне нитру, молодой человек. Я вижу, что вам она особо здесь не нужна. Ещёночка там влетела, пусть она будет. Но я хочу вытянуть хотя бы один флажочек. Давайте повезем по супер траектории, при том, что у меня аптечки нету. Надеюсь... я понял. Надеюсь на то, что меня не нагнут, я хотел сказать. Крио снаряда смока — это тоже очень неприятная вещь. Для дефа очень эффективная пушечка. Ну, не, не пушечка, а устройство на пушку. Так будет, наверное, более правильно. Ну и здесь еще два касика накидываем по противнику, и можно... Блин, мину хорошо, конечно, поставить. Бля, 5-1-0 урона, боже ты мой. 1700... Ой, какой 1000, говорю, 175 опыта. 3 минуты катки прошло, но здесь как-то все очень смазано, очень смазано. Все выглядит пока что. Не сказал бы, что получается раскрыть данное вооружение на все 100%. Потому что нужна помощь тиммейтов, друзья. Это захват флага. Вы сами должны понимать, что здесь довольно тяжело в соло разбираться. Здесь надо, чтобы команда тоже помогала. Если моя команда... Вот сейчас парень влетает. Хорошо. Давай, парень. Понял. Успешен ты, парень. Неплох, молодец. Я опять ухожу на рез. 15 киллов дал. Ну а что толку? А что толку от того, что я дал 15 киллов, когда я не могу вытянуть флаг вражеский? Я могу здесь килять, сколько мне влезет, но киллов-то нет. Ой, флагов-то нет. Киллы-то это хорошо. Вот то, что я не могу увести, это очень плохо. Это максимально плохо. Давайте-ка попытаемся все-таки дернуть. О, хорошо, парень отлетел на респ. Ну и вот момент. Вот момент истины. Момент истины опять. Ну боже ты мой, ну что ж это-то такое? 300 опыта это ладно. Окей, хорошо. Мне надо какая-то супер траектория. Я уже попробовал позаходить и справа. И попробовал позаходить слева. И не так, и не здесь, и не там. Нигде у меня не получается. Еще и харьки стоят в дефе. Еще и смока накидывает с овердрайвом мне в спину. Да, а что у меня по команде? 1-10. 0-7, 2-9, 7-13. Отличная команда, я считаю. Супер команда для матчмейкинга. Вот чисто, вот как говорится, получи команду, баночка. И давай-ка попробуй ты с этой командой выиграй катку нам. Ну ладно, ладно. Ой, хорошо. Вот вам и рикошетик был. 700 урона, конечно, это с рикошета накинул. Ну вас, давай, на подстраховочке. Хорош, красавчик. И сейчас... Давай, 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 давай. Оп, а вот теперь можно было бы и овердрайвик. Давай, 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 парень, надо вернуть. Надо вернуть, надо, конечно же, хотя бы в ничью свести эту катку. Так, отлично. А теперь нужно уже цепляться за победу. 1-1 имеется, довольно трудовой флаг получился. Не без помощи моего тиммейта на вас по фризе. Но теперь надо только выигрывать. Вас по фриз там не утянет. Главное, чтобы мои ребята стояли у дефи и не пропустили флажочек от противника. А я сейчас попытаюсь залететь с левого фланга, дабы увозить. Давай, давай, давай. Отлично. Шикарно. Полторашечка. Так, молодой, извини, извини, извини. Не надо, не надо. Я понимаю, что хочется мне слить. Но давай-ка, молодой, ты лучше пойдешь на респ. Давай теперь залетаем и уходим на левую зону.
Правильно? Правильно. Уходим. Добрый вечер, молодые люди. Что у вас здесь? У меня здесь... Ай, хотел сказать, все отлично. Ну, хотя бы овердрайв. Именно Хантера овер в захвате флага, конечно, вот в таких ситуациях очень жестко помогает. Когда ты находишься не в лучшем моменте для себя и понимаешь, что уже хп маловато. И лучше уже заюзать овер, вернуть на 100% флажочек вражеский. Но никак его не потерять. 25 секунд до конца. Шанс на УОС есть определенно. Только вот этот хори-рикошет. О, отлично. Давай, 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 Изида. Ну, толкаем, 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 толкаем. И центр у вас быстро, 10 секунд. Уйди, пожалуйста. Ну, что ж ты делаешь? Ну, что ж ты делаешь? Ты... О, боже, ну этот парень мне просто заруинил момент. Я обожаю таких игроков. Ну, ты просто красавчик, ты просто красавчик. Благодаря ему я и вытащил и мог сейчас за 9 секунд поставить флаг, если бы мне данный нагибаторский игрок не перегородил дорогу. А тем временем я... получаю награду за 98 уровень челленджа. Катка ничейная. Но определенно данное вооружение на данной карте... Ну, я пытался как минимум реализовывать на максимум. Получилось... Ну, не самый лучший, наверное, результат. Если бы я бы выиграл эту катку, было бы круто. Но так как эта катка все-таки не выигранная, то я могу констатировать то, что в какой-то степени... Не все зависит только и только от вас, и не только от вашего вооружения, но и тоже от ваших нагибаторских тиммейтов, которые в какой-то момент могут вам, ну, не так жестко сыграть, не так жестко помочь. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, сегодня получился. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Также, друзья, не забывайте в комментариях писать вооружение, на которых вы хотите, чтобы я поиграл в следующих видеороликах. Это может быть не прям вот именно следующий, может быть через один. Я уже планирую видеоролик с рельсой, да, с той самой пушечкой, которая вам очень-очень сильно нравится. И вы так и жаждете многие, чтобы я покатал именно на рельсе. Пишите свои версии, будем смотреть, будем чекать. Если вы зашли в комментарии, увидели там, например, вооружение, которое вы бы тоже хотели увидеть, поставьте просто ему лайк, чтобы я тоже понимал, что вы поддерживаете какие-то определенные вооружения. Если там будет реально большая активность, то я сразу там в одном из выпусков выберу именно данное вооружение. Поэтому как-то так. Еще раз всем спасибо, всем удачи, друзья. Ну и я думаю, что... С вашей активностью мы будем определенно продолжать данный формат видеороликов. Всем пока!